Нижний Новгород, Самара. Маршрут проходит по участкам федеральной автомобильной дороги М7 «Волга», Р-162, Работки-Порецкая, Р-231, Р-178. Длина 677 километров. Дорога проходит по территориям Нижегородской области, Республики Чувашия, Ульяновской области, Самарской области. Маршрут пересекает крупные реки Волга, Яна. Автодорога пересекает реку Волга при проезде через Ульяновск. Автодорога проложена через самый большой в России мостовой переход. Мосты имеют грузоподъемность 60-80 тонн. Ширина проезжей части не менее 7 метров. Дорожное покрытие асфальтобетонное. Качество дорожного покрытия от хорошего до удовлетворительного. На ряде участков дороги ведутся ремонтные работы. Затруднения в движении. Пробка на выезде из Нижнего Новгорода и до Кстово. Участок примерно 50 километров. Дорога трехполосная. Средняя полоса выделяется то в одну сторону, то в другую попеременно. А разметка есть не везде, но информация дублируется знаками. Опасные участки, крутые спуски и подъемы. Множество крутых поворотов на трассе Р-162. После деревни Муловка по направлению в Самару опасный подъем с большим количеством аварий. На дороге расположено 5 постов ДПС. Цены на топливо. Самые высокие в Самаре, самые низкие в Республике Чувашия. Примерный расход топлива легкового автомобиля среднего класса 54 литра. Расход грузового автомобиля примерно 130 литров. Достопримечательности по пути. Памятник букве Ё и дом-музей Ленина в Ульяновске, памятник рублю в Димитровграде, собор усекновения главы Иоанна Предтечи в городе Алатырь, храм Казанской иконы Божьей Матери в селе Великий Враг, памятник Чкалову в Нижнем Новгороде. Время в пути 9 часов, степень комфорта 6 баллов, степень качества 5 баллов.